Разработанные Тицианом и перенятые им новые приемы живописи приводят художника к практике преувеличенно-манеристического рисунка, что помогает ему подчеркнуть драматичность изображения. Классическая выдержанность и уравновешенность вдребезги разбивается о тонкую игру диагональных планов. Фигуры с мощной пластикой, порождающие явные ассоциации с античными статуями и жестокими персонажами Микеланджело, размещены в искусственных позах, искажены мукой. Картина практически лишена глубины фона из темноты, в которой едва угадывается очертание стены за спинами изображенных. Весь свет сосредоточен на телах Христа и его мучителей, придавая им мраморный отблеск. Свет искрится на доспехах воина, изображенного на первом плане. Тоновое единство ранних тициановских произведений сменяется здесь подчеркнутой контрастностью, а видимое из дня волнения внутренним напряжением, вызванным жестокостью происходящего. Написанная, вероятно, между 1542 и 1544 годами для церкви Санта Мария делла Грация в Милане, «Коронование терновым венцом» является ключевым произведением для этого промежутка творческого пути Тициана, в котором художник встречается с новизной форм тоскано-романского манеризма. Напряженные искания Тициана выражаются также и в другом произведении той же тематики 1570-1576 годов, ныне хранящейся в старой пинакотеке Мюнхена –